У нас есть все основания с вами разрывать договор. То есть первое, невыполнение графика, не придерживайтесь интервала. То есть, и это делается систематически. Это не один случай в субботу. Это было и до этого. То есть есть люди здесь сидящие, которые живут на этом микрорайоне и там ждут иногда маршрутку по 20-30 минут. Потому что вы уплотняете графики, как-то там их раздвигаете, не имея просто транспорта, чтобы закрыть полностью график. То есть давайте, сколько вам времени нужно на то, чтобы полностью отладить систему, чтобы у вас не было ни технических сбоев, ни человеческого фактора, когда просто забыли о том, что суббота рабочий день. Ну, объективно забыли. То есть водителя говорят, что никто нас не предупреждал. То есть давайте вот находить сейчас компромисс и скажите четкое время, когда будет налажена система. Иначе вот мы будем действительно разрывать с вами договор. Мы понимаем, что да, тяжело перевозчикам, да, там был проблемный вопрос в тарифе. Вам пошли навстречу, подкорректировали, снизили ваш тариф, ваше желание по 8 возить, остановились на 5. Исполком принял это решение, несмотря на то, что оно непопулярное, но оно необходимо для того, чтобы транспорт развивался. И вы на следующий фактический день срываете график. Единственный из всего города отличились. Ну, ситуация будет улучшена. В воскресенье уже было собрано собрание всех водителей и хозяев автомобилей. Они были предупреждены о разрыве договора в случае повторения такой ситуации. Мы ужесточили контроль над выпуском автомобилей на линию, но в то же время остается большая проблема по водителям. Их просто не хватает водителей. Thank you.